Чиновники долго не хотели назвать причину увольнения Правдиной. Сегодня глава города Олег Грищенко заявил, что все дело в том, что на базе школы организовали частную компанию – Центр молодежного инновационного творчества. 20% принадлежит лицею, 80% – частным лицам. Иногда учреждение или предприятие, или холдинг, или еще какая-то компания увольняет своего сотрудника, не объясняет причину. Это абсолютно мировая практика, это абсолютно нормально. Потому что если мы сейчас будем вдаваться в подробности увольнения, я вас уверяю, там мы такого накопаем.